Здравствуйте, уважаемые зрители! Это канал Бестудио, и вы смотрите передачу из серии «Что говорят?». Вы знаете, как отмечают День влюбленных или День Валентина в Китае? Этот день пока здесь не популярен. У китайцев есть свой День любви. Он называется Ци Си Цзэ. Праздник приходится на седьмой день седьмого месяца по лунному календарю. Две семерки. А День Валентина отмечают пока только молодежь и только в больших городах. В этом особенном году дарили букеты из защитных масок, дезинфицирующих средств и других полезных для выживания вещей. Целовались, наверное, примерно так. Как известно, эпицентром эпидемии нового коронавируса стал город Ухань в Китае. Далеко не все слышали о нем раньше. А между тем, это огромный город с 12 миллионами жителей, площадью 8,5 тысяч квадратных километров. Город находится в провинции Хубэй, центрального Китая, и является ее столицей. Город имеет древнюю историю, много достопримечательностей, связанных с ней, что привлекает туда туристов. Есть свой современный международный аэропорт с двумя взлетно-посадочными полосами. Есть здесь и развитое метро с 12 линиями и планируется постройка еще 13 линий. Ну а теперь вряд ли кто-то может сказать, когда это будет. На всех станциях установлена технология горизонтального лифта. Это когда посадочная платформа отгорожена от станционных путей стеной, а двери открываются только во время посадки пассажиров в вагон. Кстати, говорят, что впервые в мире такого типа станции, платформенными раздвижными дверьми, построили в 1961 году в СССР, в Ленинградском метрополитене. Эта станция называется Ломоносовская. В Ухане же 23 января 2020 года метро закрыли в рамках карантина. В Ухане строят башню-небоскреб, которая будет одной из пяти самых высоких в Китае. Высота башни планируется 547 метров, а количество этажей 125. Есть в Ухане православная церковь Святого Александра Невского в российской концессии, открытая в 1876 году. Этот храм существует и поныне, но не как действующая церковь. А еще здесь есть памятник советским летчикам-добровольцам, погибшим во время китайско-японской войны с 1937 по 1945 года. Что они там делали? Да как всегда, выполняли интернациональный долг. А было это так. Советское правительство оказывало военную поддержку Китаю еще с 1920-х годов. Всего за три года, с 1937 по 1940, из СССР в Китай было направлено 1285 самолетов и множество наземной техники. Заметьте, не 100, не 200, а 1285. И это перед самой войной с Германией.
Было там 3665 советских добровольцев, летчиков и техников. Из них 214 навсегда остались в Китае в десятках братских могил. Самое большое братское захоронение находится как раз в Ухане. Там захоронено 29 человек. В Ухане действует 8 национальных и 14 публичных колледжей и университетов. Китайские вузы популярны. В них учатся студенты из многих стран мира. Сейчас все приезжие студенты изолированы в своих общежитиях, куда им роботы-курьеры доставляют все необходимое. Вывозить студентов и иностранцев домой не разрешается, но нужно отдать должное китайским властям. Для студентов и школьников быстро организовали онлайн уроки и лекции, так что скучать им не приходится, да и кто не мечтал слушать лекции лежа на диване. И, конечно же, в Ухане много промышленных предприятий, в том числе и с иностранными инвестициями. По всей провинции Хубэй насчитывается 1016 заводов и других промышленных объектов. Это заводы автостроения. Например, Honda открыла здесь уже третий свой завод. В Ухане есть заводы по производству оптических электронных устройств, чугуна и стали. Промышленность постоянно развивается. Здесь появились новые фармацевтический сектор, биоинженерия, производство новых материалов, сектор защиты окружающей среды. И все это сейчас, если не закрыто полностью, то замерло в ожидании. Эпидемия коронавируса больно ударила по компаниям Китая и всего мира. Не говоря уже о шоу-бизнесе и торговле, но это отдельная история. Итак, Ухань — это большой, красивый, интересный, чистый город. Как так случилось, что здесь появилась эта гадость? Теперь этот город знает все во всем мире, но очень жаль, что это произошло таким ужасным образом. А я пока с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось. Желаю вам здоровья и до новых встреч.